Итак, приветствую на канале Guns My Life. Сегодня на обзоре вот такая вот штучка для снаряжения магазинов 5.45 или 7.62. Рекламы не будет, заклеил, никто не башляет. Давайте посмотрим, как она вообще работает, и работает ли она. И как она фиксируется. Ну и начнем. Ну, то есть вообще тема реальная, напечатана на 3D принтере, быстро, качественно, то что надо бойцам. Вот, и хочу предложить челлендж по снаряжению патронов на скорость. Плачу 1000 рублей, кто меня обгонит по снаряжению патронов в магазин, кто быстрее это сделает. Засечь, я не знаю, по видео засекем. Ну, короче, погнали. Раз, два, три. Стоп. Ну, короче, посмотрим, сколько секунд снаряжается магазин. Ну, короче, вот так вот, ребята. Тема работает. Тут даже ребенок, наверное, справится. Все, погнали. Давайте помогу. Вот сюда. Вот даже... 4-летний мальчик. Давай, помогу тебе. Сильнее дави. Оп. Даже 4-летний мальчик справляется. Это макеты. 5.45. Давай. Дави. Ну дави, не ссы. Любую. Сильнее. Давайте подписывайтесь, ставьте лайки. Всем удачи, всем пока.